те, кто с Норвегии приехали, по-самски понимают. Вот две девочки у нас. Я очень рада приветствовать вас на Кольском полуострове, в Мурманской области, территории проживания коренного малочисленного народа Мурманской области Саами. Праздник этот очень знаменательный тем, что он объединяет не только самов России, но и самов Финляндии, Норвегии, Швеции. И в этот день поднимают все самские флаги на четырех, хотела сказать, континентах, а в четырех государствах. Конечно же, очень приятно, что этот символ позволяет нам стать одним целым, быть вместе, быть сообща и думать о том, как нам дальше жить, как развиваться и как сохранить то, что у нас еще пока осталось. Сказать, что митинг объявляется открытым, это, наверное, праздник объявляется. Я поздравляю вас с праздником. Аплодисменты бурные должны сейчас. Именно поэтому наш самский флаг несет на себе георгиевскую ленту в память о ветеранах, те, кто жив, здоровья им, те, кто ушел из жизни, вечная им память. И наш замечательный самский праздник немножечко с грустью. Но, пожалуйста, помните о том, что он с георгиевской лентой. Поднимайте. Ольги Павловны. Сами ем не мочи, съем не мыть, он шепчет, шепчет он. Сами ем не сама мочи, сами баба байнет он. Сами левка. Не торопитесь. А мы можем ездить по всему городу. У нас целый день впереди. Мы поедем по всему городу. На самом деле, георгиевская лента означает то, что 2014 год – это год 70-летия победы, освобождения Заполярья. Поэтому мы готовимся именно к этому событию с надеждой, что в 2014 году будет принято решение об установлении памятника
техника, оленей транспортным отрядом, батальоном. Поэтому... Да, я за это. Эта работа ведется, и она, в общем-то, будет продолжена. Сейчас мы ожидаем решения городского совета депутатов. Хорошо. И лоббируйте. Свободная секунда. Пожалуйста, девочки. Ну, этот праздник должны отмечать не только мы, Саамы, но и жители всего Кольского полуострова. Правильно. Потому что Саамы сохранили, освоили этот край, но и сохранили его для России. И мы с вами российские Саамы. Поэтому я считаю, что не только мы сами должны отмечать этот праздник, но все жители Кольского полуострова должны быть благодарны самым коренным жителям, что эта земля стала российской землей. И мы с вами российские Саамы. Я очень хочу, чтобы жители Мурманска, жители всей области присоединились к нам и поздравили нас всех, и помнили о том, что сделали для Кольского края коренные его жители Саамы. С праздником всех! Здоровья всем! Вечно. Мы не дадим себя в обиду. Вечно. Мы за чистый дом, за равноправный дом, за саамский дом. Ну, вообще, за то, чтобы мы целовали саамов, что они живут в этом доме. Что они хозяева. А наш дом — это Кольский полуостров. Такие же, как и все. Все правильно. Да, мы делаем! Ура! За многонациональный и мирный саамский дом. За многонациональный. Антонина, спасибо! Да. Виват Россия! Виват граждане России! Никому не позволим! Никому не позволим вас обижать! Мы здесь живем! Не бойтесь! Об этом знать! Чемпионка! Никому не позволим меня назвать самозванцей! Я народом избранный депутат парламента, замка парламента Кольского полуострова! И никому не дано это право меня отнять. Когда умру, это право со мной уйдет. Не уйдет. Не уйдет.